Зима, Россия, вальс, свечи. Все это заново сама она. Ах, эти руки, эти плечи, и нарочитый локон твой. Ах, эти руки, эти плечи, и нарочитый локон твой. Выступление Татьяны Власовой открыло вечер поэзии Виктора Гаврилина. Песню на стихи этого поэта исполняла руководитель ансамбля «Святки» Ирина Соловьева. Стихотворение «Ночевала сирень» спел заслуженный артист России Федор Михеенко. Аккомпанировал ему лауреат международных конкурсов гитаристов Сергей Воронцов. Это лишь часть музыкантов, вдохновленных поэзией Виктора Гаврилина. Автор из-за неважного самочувствия не смог на нем присутствовать. О том, что он волнуется и передает всем слова признательности, мы узнали от его супруги. Нина Гаврилина тоже исполнила несколько своих песен на стихи поэта. Не зажигал я огонь вечерний, по времени хоть полчаса, для самых тихих откровений, где только наши голоса. Я бы так сказала, он грустный оптимист. Несмотря на то, что у него все стихи, вся поэзия пронизана печалью, несмотря на это, стихи внушают оптимизм. Вот такое сочетание несочетаемого, казалось бы. Виктор Гаврилин – член Союза писателей России. Его стихотворения публикуются с 1965 года. Они входят в антологию «Русская поэзия 20 века». Поклонники творчества солнечногорского поэта говорят, что произведения Виктора Гаврилина необычайно сложны и вместе с тем музыкальны. Иногда мне тяжело воспринимать их как стихи, а когда они положены на песню, и музыка воспринимается, то стихи воспринимаются лучше с музыкой. Не найдется мне чем дорожить в суете или усталой природе, чтобы жизнь не обидой прожить, передумав ее на исходе.